Что ж, друзья, Сотин Микс, М33 и Спортс встречаются в полуфинале верхней сеточки нашего турнира. Ну а также вас встречает еще и комментатор Илья Бреднихин вместе с Егором Григорьевым Аэрсофтом. Всем привет, уважаемые друзья, и с праздником. Это я уже лично от себя, потому что Егор всех вас уже вроде как поздравил. Да, и неоднократно практически вот так вот мы поменялись комментаторами буквально. Быстренько, оперативненько. Ну и знаешь, М33 Sports, найдут ли они пятого игрока? Вот, да, кстати, заходит. Но у нас уже... Правда, ну, я не думаю, что будут какие-то вообще проблемы с пятыми игроками. Ну, нечто подобное у нас еще вчера мы с Ваней Мордвиномом комментировали. У нас там была какая-то проблема у Five Stars еще. Ну, все вроде как решилось, и что Five Stars, что М33, все. Сегодня классно, и мы смотрим в полуфинал верхней сетки. Кстати говоря, ты только что комментировал матч команды Sotim X, и как тебе? Ну вот знаешь, что хочу, что хотелось бы сказать. Ребята действительно знают, как подходить вот к таким вот картам наподобие Миража. Ну вот я прочекал профили вот игроков стату, да, команды Sotim X. И Спартан 10-го Evil Face, это между прочим. И там что-то максимальное у него Эво был в районе 2600 или... что-то подобное. То есть, ну, состав у команды Sotim X весьма и весьма неплохой, поэтому будем пристально следить за их выступлениями. Ну и команда M33 Sports, которую я вчера имел возможность смотреть их игру. Ну, ребята тоже весьма и весьма неплохие. Ну, опять же, тут будет много зависеть от того, как они подойдут к сегодняшнему игровому дню. Ну, здесь опять же, стрельба тоже многое решает. У Sotim X, по крайней мере, на предыдущем матче она была более чем на уровне. По стрельбе они во многом перестреливали своих визави. Вот, опять же, то, что я подметил на матче, то, что да, ребята занимают мид, все раскидки отдают туда, а вот дальше уже на один из пунктов они выходят контактом на стрельбу. Ну, М33 Esports тоже, друзья, организация с историей. Мне вчера Мордвин рассказывал, что... Прости, что перебил. Там кто-то из состава М33 раньше жил, по-моему, в Воронеже. Или, не Воронеже, по-моему. Воронежский такой состав. Ну или что-то типа такого, в общем, где там Мордвин живет. Я уже не помню. Ладно, пистолетный раунд, команда М33 за атаку. Первый размен уже начались проход по зелени. Сатра в живых остался один среди... А, нет, там еще хэпу еще вместе с бомбой. Они там вдвоем уходят, бомба назад, по всей видимости, будет в мейн. И уже бы запушили игроки команды Sotim X. Ну, Sotim X прекрасно, да, понимает, что это, скорее всего, будет апленд. Хотя времени еще очень-очень много у М33, чтобы изменить свое решение. Но пока что вроде все... Все карты на то, что они пойдут на Б-плент. Либо смотри, бомба может сейчас пойти под Б. И по всей это видимости... будет выход зелени на КТ. Да, или будет просто сплит апплента. Пока Зури дает инфу своим тиммейтам, он выходит на апплент, никого здесь не видит. Кевин идет хлоповать своему тиммейту. Есть и контакт на коннекторе. Кевин размен, Спартан минусует Зури. И, в принципе, вот и бомба уходит под Б-плент. Ну, Сатар красный, Сатар! Ты ж с бомбой! Хороший минус. Это красиво было. Ну что, 8 хп, Сатр ждет он своего тиммейта, который к нему бежит сейчас на помощь. И все, бомба перетягивается на апплент. Это... А тут их уже ждет Спартан. И Спартан может удивить их на самом деле. Спартан назад. Это гонки на поездах, друзья. Но это действительно шоу бы нехило сейчас произошло. То с коннектора на, то обратно. 1 в 2, нет дев-китов, нужно действовать быстро, но красный у нас здесь товарищ Сатор, который, как показывает практика, и не такой может повесить. Ну, там, правда, тоже его оппонент в той ситуации тоже был красным, но в любом случае реакцию он показал более чем отличную. Кеван! Вдвоем против Спартана, и Спартан понимает, что здесь его будут зажимать по максимуму. Спартан начинает пушить КТ, никого здесь не находит, диффуз киты он подбирает, времени очень мало, нужно сейчас давать смог, это смог диффузит, но Сатор здесь этот раунд я дает Абу без армора, с 8 хп, как он там на реакции поймал своего соперника, это просто выдающийся фраг, можно сказать, фраг на раунд. Ну, действительно, спас он раунд этим фрагом, и вот какой-то максимально нестандартная, какая-то максимально нестандартная была пистолетка у нас от М33 Sports. Вот вроде как, знаешь, все по дефолту, 3 зелень, 2 мейна, а вот дальше началась беготня по плентам, не понимая, куда можно
именно выйти на Quest Mantle будет сделать это намного лучше, но по итогу все-таки решились. И взяли раунд. Кстати говоря, у команды Soul Team X был, казалось бы, карт-бланш на победу в раунде, потому что хорошо приняли, в принципе, зелень, там по разменам все было более-менее хорошо, судя по тому, что по, сколько хп оставалось у тебя в Z3, и вроде как Спартан, да, поджал бэплайн, то есть он инфу, очень много инфы дал своим тиммейтам, но в итоге раунд, конечно, завершился непредсказуемо за ребятами атаки, и вот уже, как мы видим, второй раунд они продолжают доминировать. Ну, соответственно, попытались угадать, остаться на пойнте, но это ПВП. Сейчас пытаются они с пистолетами найти какой-то для себя фраг, опять же забрать девайс, но... Здесь у нас будут только фармилки, мне кажется, открываться на дальние позиции, например, вот на такие, как втроем решили устроить засаду зелени. Кстати, может попасть у нас Кевин с фармилкой на эту засаду, вроде как прочекал, но дальше тут не пошло. Ну, не успели ребята забрать две маг-десятые, но с другой стороны, они их выбили. Ну и теперь вот, пожалуйста, ауги, дефолтные уже для нашего времени, которые... 4 ауга. Просто пока М4А4. Да. Это жестко. Не, ну с другой стороны, вот если игра дает пользоваться таким преимуществом, что здесь и спрей чуть полегче, и в гоу оно может заваншотить с очень близкого расстояния с учетом второй каски, то этим нужно пользоваться, что ж. Команда на М33 выходит на А-плент очень быстро, на контакт. Минута 30 еще до конца раунда, они уже ставят бомбы, пора и зашли размены на А-сайте. В большинстве все-таки команда соутим Икс, и ребят с тремя ауками должны выбивать. Кэрона минусует. Киндвока 2 в 2 ситуация. Спартан знает о том, что Коумэн сейчас находится один из оппонентов. Но подожди! Амедия, как тут тебе предсказуемо сидел на девятке. Ну и все, есть информация и по Зуре. Зури начинает на пик выходить, но не получается. Третий раунд для М33 не видать, по крайней мере, пока что. Да. М33 вот здесь что-то... Знаешь, вроде выход был хороший, а вот не прочекали за стеклами и по итогу потеряли этот раунд. Там вроде даже никто на него не смотрел, просто не ожидали в этой позиции увидеть своего оппонента. Ребята, а там, из М33. Кстати, непонятно, а он находился на этой девятке? Или он вроде да. Потом поднялся? Не-не-не, вроде он находился с самого начала там. У него стальные нервы. Сидел там до конца просто. Действительно. Знаешь, как, ты же понимаешь, как его бы назвали на паблике? Представляю. Ну, то есть, да. Итак, пусть составьте винтовкой. Так, а это будет буст, походу. Может, да, вот, пожалуйста, куст. И попал, посмотри, по ноге попал. Да. Ну, ожидал он там увидеть своего визави в лице куста, но тот был все-таки поинтереснее смотрелся в этой ситуации. Теряют первого игрока, опорник на Б-пойнте дает понять, что ему бы здесь, скорее всего, не помешала бы помощь. Ну, пытается тут просто раскидаться, как можно больше времени выиграть для своих тиммейтов. Кинвок на зелени минусует Сатра. Вот уже ситуация на карте. 4 в 4. Ну что ж, куст в ОХП с авиком грозная сила, на самом деле, даже с 15 хп может чудо сотворить. Мы это еще и вчера видели, ему там как-то неимоверно везло, по таймингам тоже все было очень здорово. Итак, Кевин с тиммейтами выход на Б-плент, принимающим является Спартан. Спартан безошибочно выстреливает от того, второго, третьего туда же. Ну что ж, четвертого. Нет, куст, вот, пожалуйста, тот самый куст. Куст. Может еще постараться, 1-2 ситуация вполне рабочая для его АВП, правда здесь нужно действовать чуть-чуть по времени, 30 секунд у него есть, пытается как-то разыграться, здесь не натопать бы лишний раз, но справа открывается, оппонента не убивает, 11% здоровья, 15 точнее, нужно бежать, о-ло-ло-ло-ло, Амиди, догоняй, ну бомба будет теперь точно установлена, как бы куст не забрал этот раунд, это фейк, это раунд от него, что ты делаешь, эйс, вот это... Оу! Это просто брависсимо! От куста с 15 хп, минус 4 в ситуации 1 в 3. Просто, казалось бы, без шансов здесь его должны закрывать. И должен был бы попадать игрок защиты, вот который стоял на линии. Как он между B2 и B3, вот понимаешь, мансовал и не забрал. Каким образом? Чудо! Чудо! Это магическая сфера куста как-то работает. Я не знаю, что вчера перво, что сегодня просто прет. Ну и, конечно, красавец. Он затащил раунды своей команды. Просто безудержный раунд. И теперь Soul Team X должны исправлять свои ошибки. Потому что так отдавать раунд вообще нельзя никак. Ну,
Действительно, такой раунд отдать, это всегда очень обидно, при том, что были... Ну вот, тут понимаешь, что не то, что даже он разыграл на хорошую стрельбу. То есть он абсолютно понимал, что сзади него стоит оппонент, и он все равно шел пикать за собаку. А вот это... повезет. Ему и повезло. Да, и повезло, в том-то и дело. Это, конечно, уровень, друзья. Ну, мистер, мистер Титан продолжает. Продолжает доминировать. Так, ну Галил нашел здесь кинлок. Правда, вот сейчас... У тебя тоже интересная камера? Да, у меня тоже интересная камера. От лица Визи. Я тут тоже подумал, что вот Визи как-то ты... Визи ведет прямую трансляцию. Это наш специальный корреспондент на месте событий. Говорит, он тут. Он сейвит тут. Ну что ж, пауза еще одна от КТшников. Они потратили две паузы, потребовалось, чтобы, ну, какие-то решились, возможно, технические проблемы. Ну и третья пауза, которую они потратили, это потратить сейчас, обсуждают, что же пошло не так. Ну тут, ну и как бы не тильтанули ребята после такого раунда. Да, тап на ваших экранах, друзья, здесь у нас Пинчер пока что никак не может найти себя в этой игре, ну и звание агента, возможно, достанется ему в этом матче, ну, посмотрим. Одно из самых непрестижных званий, так, в Counter-Strike. Да, в Counter-Strike. Агент. Итак, Пинчер. Ну, пока нет. Но скоро может потенциально... Ну, почему? Агент на 0.5, может быть, существует так, если порассуждать. Есть же агент на 0.7, может быть, и на 0.5 есть. Итак, сам принятие зелени, только один фраг смог сделать. Тут на мерку, на сэндвиче здорово отыграл игрок защиты, но тоже только один фраг. 3 в 2 ситуация для команды N33. Сури! Сури! Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошее чтение там же, игры. Там же смог. Ну, возможно, инфа, кстати, была, и чисто на шару решил он прострелить. Такое тоже возможно. Галил в руках Дезлайфа, и вот мечта на поражение своих оппонентов в этом раунде и взятие как раз таки раунд под номером 6. Но вот сейф. Понятное дело, что это нужно быть слишком и везучим, и скиллом для того, чтобы забрать такую ситуацию без дев-китов и в такой позиции. Нет, на самом деле Дизлайф даже и не пойдет тут на взятие раунда. Ему хотя бы просто бы засейвить на самом деле этот Галил. Вот он, наверное, сидит сейчас и молится. Ну, наверное, потому что стоять хоть на бы не зелень, да? Хоть да, бы не хоть зелень. Бы не пошли на зелень. Ну и вот Зури вышел на охоту. Зури. Там еще и с мейном будет поджимать. Катя, еще и флешки на этом. О, ну. А тут ну, еще, оказывается, был слепой после этой флешки. Ну, да. 1-5. Соотим микс. Пока как-то... Так, это 2 АВП с ФАМАСом в руках у Спартана. Это интересное решение. Но, возможно, сейчас как раз-таки Пинчер, он хороший авапер. По... Ну, по крайней мере, по прошествию первой игры я готов это сказать. Но ну, здесь... Вот сетап вообще 2 АВП, вот очень один интересный. Без армора, да. Да, еще и без армора. То есть, ну, тут попадают в тебя один раз, и, скорее всего, ты дальше уже будешь... погибать. Куст. Кстати говоря, передал снайперскую винтовку, и как он чертовски был прав в этом моменте. Перестреливает он с калаша Киндулока, и его команда сделала фейк раскид на базе А, насколько я понимаю, судя по открывшимся смокам. Келлан, нормально. И на всех парах бегут на Б-плент. Там, правда, Молик останавливает немножко первого выходящего. Это был, если не ошибаюсь, Саттер. Куст. Ой-ой-ой-ой-ой, не повезло здесь. Лока, но Зури вообще, походу, на смоке этому парню наплевать. Хорошо он шьет. 2 в 3 ситуация, можно отойти, тем более, что есть целая минута вашего времени. А мидип 4% здоровья, лучше не лезть на рожон. Дезлайф. Ну, понимаешь, что нужно сейчас собирать информацию. Ну, вместе с мэтом они, конечно, будут сейчас сейвить, потому что, ну, здесь уже идти, конечно, выбивание совершенно ну, не стоит особо совсем. Ну, возможно, где-то попытаться найти близкий контактный фраг, да, вот да. Третьему номеру, но и он уже, в принципе, уходит, понимая, что все очень грустно, две снайперских винтов. Это очень неплохо, да, практически 10 тысяч они сейчас сейвят. Плюс там еще и диффуз киты, и молик, в принципе, с флешкой. Вот да, еще и второй диффуз. Еще второе, еще и два армора, еще и второй армор. Ну, это действительно неплохо сейчас. Они подсейвят, и знаешь, а тут можно и рискнуть. То есть купить пистолеты и сыграть от двухкариков. Да мне кажется, так и будет, скорее всего. Все-таки попытаются форсануть ребята. Они уже проигрывают четвертый раунд кряда. То есть там сколько, около 2-400, да, будет накидывать. Так, а там сервер еще. Слушай, тут не только GoTV, но еще и сервер, походу.
Да, уважаемые друзья, я думаю, многие замечают, что есть какие-то подлагивания, но хочу еще раз все-таки обсудить эту тему, что подлагивания есть, но они именно на Gold V в самой игре, но именно как у нас на трансляции, никаких проблем нет. Дело именно вот в Gold TV-шке, так что отметайте все эти вот... А, стрим лагает, стример плохой. Нет, стример хороший. Зури! Ну вот они работают 2 АВП, я хотел сказать, работают-то они по тиммейту. Как это произошло вообще? Надо пересмотреть. И гранаты догоняет у нас Спартана. Это, можно, конечно... только догадываться. Ну, может быть, как-то под прицел парень вышел, но может быть просто... Ну хорошо, что не Пинчер это сделал. Амиди просто разыгрался, знаешь. Говорит, я сейчас всех накажу на этом сервере и наказал в итоге тиммейта, ну... Не, ну если бы Пинчер убивал своего, это было бы, ну, ну это было бы, да. Грустно. Это был бы фраг, но вот только минус один. Ну, может быть, это бы дало силы, кстати, Пинчеру, так сказать, забрать ману у своего тиммейта. Ну, у нас здесь не дота. С поеданием своих крипов, каннибализмом. Ну, ладно. Это нужно к Артему Take Me Happy Гурьянову. Так, зовите его. Да, зовите его, он нам расскажет. Ну... Пока что непонятно, куда собирается выйти М33, но вроде как направили они свои стопы на бэкленд. Спартан действует беспрекословно в качестве опорника, дает он один минус. Дальше, правда, немножко не повезло, но по 50 кп осталось у Визи Кевана. Кинулок. Там, правда, куст тоже хорошая работа с АВП от него. Ну вот, знаешь... Еще. А, молик. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот скажи мне, смоки только у нас на GoTV или... Там прострел вообще замечательный. Хороший молотов, Пинчер разгоняет. Времени не особо много для того, чтобы задефузить эту бомбу. Она когда в киты есть. Зури. Ой-ой-ой, он пикает, но тиммейт на подмоге. Пинчер молодец, красавчик. Спас этот раунд. 2 фрага от него. Да, ну наконец-то Пинчер проснулся. Его вообще не хватало по ходу игры. Ну и вот действительно его 2 фрага, в принципе, и выиграли раунд. Вот если бы все проснулись у команды Soul Team X с самого начала, то, возможно, даже проигранной пистолетки бы и не было-то, по сути. Ну, посмотрим, есть еще возможность даже взять первую половину ребятам защиты. Но команда M33 в свою очередь выбирает такую дефолтную стратегию. Занимаем, значит, мэн, выходим на олом. Это куст промахивается. Как? А как вот действительно, это? Что это был за промах? Ну, второй он реабилитируется. Второй раз. Сатор здесь вообще без спаков, без флешка. Зачем они нужны, говорит он. Сбивает еще и Пинчера великолепным хедшотом. Кеван тоже работает. Фармилочка. Куст пытается здесь ноузумом дать, но ноускоупом. Но это 2-8. И вот знаешь, Soul Team X здесь нужно теперь цепляться за каждый раунд. Потому что вы играете за защиту, ребята, с таким счетом на карте The Train. Да, с такой игрой можно вылететь и в нижнюю сетку, на самом деле. Но вот тут четко классно сыграл, конечно, Сатор, который выходил в зелени. Но это блестящие 2 фрага, в принципе, вместе со своим тиммейтом после первого уже фрага, казалось бы, все. 33 выходит без особых проблем. Там только кто-то вот один на зелени хорошо, в принципе, сопротивлялся, но не более того. Сатор продолжает доминацию на зелени. Уничтожает всех и вся вообще, кто дышит, кто не дышит. Ну, после него никто не дышит, в принципе. Да тут двое просто сгорело. Я Амиди, если не ошибаюсь, это был Дезлайф. Ну, совсем играл, погорелся. Не клеится. Ну, просто не клеится, играл у Soul Team. Но, опять же, приходим к мысли, как дошли до трейда. Да, вот тут тоже вопрос. Я, к сожалению, не успел посмотреть пикбан. Кстати, Коля Самкова, если Николай. Ты тут... Николай, да. Все-таки. Николай, если... скиньте, пожалуйста, если вы владеете пикомбаном, если вы смотрите. Было бы интересно посмотреть, как вообще до трейна дошли ребята. Я не знаю, в архивах ли сохраняется пикбан? Но... Николай вроде говорил, что как бы он видит. Ну, я-то тоже видеть могу, но я пропустил это. Ну ладно, это все, конечно... Печально. Все это печально. Soul Team X. Ну, пока где да. Игра? Где игра? Но, а вот нет, когда Сатурн издевается просто над всеми, уничтожает вообще всех, когда Куз берет нереальные раунды, когда вы проигрываете обидную пистолетку, но тут реально ну, собрал. Знаешь, мне кажется, этот раунд 1-4, возможно, действительно повлиял на мораль Soul Team X, потому что его не, ну, невозможно его было проигрывать. Но так, вот... Посмотри, сколько боликов! О,
но это просто поджигай. Какие-то святые костры инквизиции у нас горят, друзья, на карте The Train. Это, конечно, жестко. 2-10 и SoTMX вот от слова ничего вообще не могут противопоставить команде M33 Esports на данный период времени. А время-то поджимает, по крайней мере, раунды. Николай проспал. Фигбан. Я тоже проспал. Все проспали. Да. Ну и ладно. Ну и ладно. И так сойдет. Ну что, смотри, куст. Куст берет маг 10. С учетом того, что у него очень много денег. И просто команда М33 пушит базу Б. Здесь Кинвок сейчас на него вся надежда. Ему нужно как можно больше фрагов здесь делать. А медик заходит в спину, выбивает. Да, и ну, тут сразу же в ответные два фрага от М33. Ну, на бомбе сейчас будет сосредоточено все внимание команды SoTMX, оно и понятно. Давать ни в коем. Зачем? Зачем нужно было это делать, когда у тебя мало хп и бомба на руках? Ну, ребята. Пытался смотреть, сейчас еще коннектор погиб. И вот на... Ну, это читаемо было. Это было читаемо. Что происходит с SoTMX? Вот, знаешь, вообще какая-то другая команда была на карте Мираж. И вот если сравнить с теперешней игрой, это небо и земля. Тильт, я думаю, каждый из нас понимает, что наш СНГ-регион вообще достаточно так зависим именно от морального состояния наших игроков. Да, то, что там Нави, да, могут тильтануть, это мы все прекрасно а вот знаем. Попустить ли это? Потому что... Ну а что это? Ну, я думаю, что команда SoTMX ну, точно может играть лучше. Ну, мне так кажется. Ну... Может быть, волнуются, может быть, какое-то реально волнение есть. Может, они боятся как-то отыгрывать. Ну, вот, играть не стоит. Знаешь, стоят правильно на каждом из раундов, делают опен-фраги, но дальше почему-то у них не получается. Во многом из-за того, что я тоже заметил, ребята не делают ретейки. То есть они рашат на эту бомбу, как только видят. Они вот, не могут собраться, грубо говоря, подождать, пока все смоки рассеются. Все смоки рассеются, бомба будет установлена, и выйти на ретейк. Было несколько раундов. Ну, конечно, да, были... Достаточно неплохие ретейки. Вот этой команды вроде один ретейки. Ну, в любом... Нет, подожди, один раз раздефузили, но другой раз они проиграли. А ваперу один в 4 ту ситуацию. Там тоже не сказать, что плохой был ретейк у этих ребят. Поэтому... Ну, подожди, они сейчас раунд тоже могут взять, если сейчас что-то из ряда вон выходящее не произойдет. Да не должно так-то, по сути. Ну, наверное. Ну... Смотри, открываются со второй линии. Паузу оба, а вапер. Ну-ка, инвок здесь должен. Опорник. Да, находит первого. Ну и прекрасно понимает, что второй с дропнутой бомбой должен быть где-то неподалеку. А не прочитано, а 1-3. И как бы ситуация не перевернулась в пользу Бейза. Но вот второго он здесь абсолютно не читает. Но если будет сейчас выходить, и дизвайфа тут будет уничтожать. Но есть информация о том, где он находится, почему пинчер не смотрел в дефолт-то, непонятно. И вот уже ситуация, это 1-2 для Визи. Визи, он пушит! Что это сейчас было? Да как вы такое-то отдаете, ребятки? 1-3. В 4 точнее. Что и как и почему? У меня 3 вопроса. Как это отдается? SoTMX. Просто по одному. Просто со всех сторон. Везде по одному выходили ребята SoTMX. Они не законтролили выходящего с этой бомбы на бэссайд. Ну и в итоге погибли. Дискоммуникация или что-то еще это было. Вообще было. Упс. Вот понимаешь? Вот вроде фраги делают. А что после них происходит, непонятно. Дизлайф. Давай, дружище. Минус два. Уже нельзя по одному, это командная игра. Ну, ладно, посмотрим, смотрим, 2-2, ситуация, 15 раунд, последний раунд, первая половина. И тут нашив в смоук от Сатра. Киндвок проходит под окнами. Дизвайв на Олафе. Отрабатывает, закрывает вверх-вниз. Ну, они вдвоем уже тут. Сатр. Начинает спину, а Визи в итоге палец, что на девятке. Пытается... Ну, хорошая позиция у Визи. Ну, Визи, по-моему, должен выходить. Все, Визи тащит этот раунд. Это габелка, друзья. Похоже на то. Это действительно какая-то габелла для... Я бы даже сказал, габелина просто. Самая настоящая для... Это просто банально больно. Вот я вот смотрю с ГУТВ. Ну, это просто больно.
Такие раунды действительно больно отдавать. Это клатч ситуации, которые, ну, вот... При таком счете за команду, за сторону, точнее, защиты, такое отдавать нельзя. Но оно берется и отдается. Но счет должен быть вообще по-хорошему 4-11. Вот это прям минимум, да, который должны команды SoulTeamX брать за первую сторону. Ну вот если бы не те две ситуации из ряда вон выходящие, все бы было вполне нормально. Потом вот пистолетки бы смогли отыграть. Ты видел? Да, я это видел. Он просто, ну как это происходит? Вот он просто продал сейчас хедшот. Пинчер. Зелени. Пинчер. Пинчер не чекает. Не чекает Визин. Что за последним? Амидип. 1-2. Ай-яй-яй. 2-14. 2-14 все еще веселее, чем происходило с командой. Кто же это был? Команда оппонентов SoloTeamX. 5 Gangsters на Мираже. А как М33 сыграли с предыдущими своими противниками? Я давай тогда посмотрю, ты там прокомментируй. Да. Я посмотрю. SoulTeamX, ну, походу, собираются вылететь на бэкплент. У них есть все количество раскидок для этого. Целых 4 смока и 3 флешки. Но что-то как-то вышли-то без смока. Куда, ребята? Ну, сначала откиньте смок, потом уже выходите. Истинно неписанная Counter-Strike. Ну, по факту все закончилось как-то грустно. Начиналось за здравие при таком-то количестве смоков и неплохих пистолетах. Окончилось за упокой, друзья. Ну, как оно бывает часто, вроде как вы готовите раскид, да, вы раскидываете, у вас все нормально. Все раз... Вы просчитали все эти гранаты, как они упадут, как все будет, ну, а в итоге оно падает как? Да. А вот так. Что, выходите? Да нифига вы не выходите на самом деле. Да. Я не знаю, что еще тут добавить. Это... Ну, полный разгром? Да, М33 осталось буквально 5 гвоздиков в крышку гроба SoulTeamX забить. Ну вот здесь уже 2 забивает куст, да еще и с каким прибабахом. Я это все пропускаю. Спасибо мне. Ну, у нас, кстати говоря, в параллельных матчах все еще идет игра между командами Rikkid и Aurum 5 до сих пор. 2-2 ситуация. Здесь практически зеркальная она по девайсам. Про две флешки. Демона. Блок, куда же ты? Ну, нужно было... намного пассивнее сыграть. Вот это вера в тиммейта. Да такой уж на мажоре. А сейчас он еще его взять может. Вот если он возьмет. И возьмет, вот смотри. Ай-яй-яй. 16-2, в общем-то, уважаемые друзья. Именно с таким счетом заканчивается наша вторая игра. Это был матч верхней сетки, это был полуфинал верхней сетки, если быть точнее. И мы с Егором, насколько я понимаю, будем ждать следующего матча. Это будет матч между командами, пока еще неизвестно, какими командами, но точно мы будем смотреть Moscow 5, которые, кстати говоря, проиграли команде 5 Stars. А вот, да. А вот все, оппонент определен, Aurum 5 против команды Moscow 5. Мы будем смотреть это матч нижней сетки. Да, друзья, никуда не переключайтесь, мы вскоре к вам вернемся, а пока что рекламно-музыкальная пауза.